28 мая в России – День пограничника. Свой профессиональный праздник парни в зеленых фуражках отмечают и в Чувашии. В городе железнодорожников сегодня открыли монумент мужества и отваги. Боевой вертолет Ми-24, участвовавший когда-то в боевых действиях, был установлен на центральной площади Канаша. На его обшивке следы от пуль. Вертолет – подарок жителям города от героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. Думаю, что наши земляки всегда достойно служили, служат и будут служить. Границы России священны и неприкосновенны. То, что границы под надежной защитой, не раз доказывали военные из Чувашии. Они воевали на фронтах Второй мировой, охраняли рубежи Советского Союза, служили на Северном Кавказе. Он символизирует мужество, честь, славу и отвагу. Потому что на этом памятнике боевые ранения. Потому что этот памятник совершил свой большой подвиг по охране государственной границы Российской Федерации. Глава Чувашии назвал установку этого памятника событием знаковым. Такие мероприятия воспитывают молодое поколение в духе патриотизма. Пусть этот день запомнится надолго. Мы так редко собираемся вместе. Посмотрите, сколько народа стоит здесь плечо к плечу. Если бы дети, которые здесь сегодня стоят, школьники, кадеты, запомнили на всю жизнь. Вот так по жизни идти надо вместе, плечом к плечу. В честь праздника выдающимся пограничникам, уроженцам Канаша, были вручены памятные медали. 25 лет вывода войск из Афганистана. В заключении церемонии открытия мемориала глава Чувашии Михаил Игнатьев и почетные гости возложили цветы к памятникам погибшим. Затем состоялся торжественный марш кадетов и юноармейцев. Марина Рябцева, Игорь Поручиков, Александр Петров, Республика.